Сериал продолжается. Новая коммунальная авария, сообщают горожане, на этот раз произошла в элитном районе Барнаула. Речь идет о домах, которые расположены на Змеиногорском тракте. Вот в таком виде застали свои автомобили сегодняшним утром некоторые владельцы. Благо, температура оказалась не такой низкой и удалось вырваться из водного капкана. Правда, как написали шоферы в глобальной сети, добираться до машин пришлось едва ли не в резиновых сапогах. Коммунальщиков на месте аварии не видно и неизвестно пока, когда порыв будет устранен.